Забайкальцы ученым. Сотрудники закрытого предприятия космических технологий открыли двери артистам из Читы фолк-театра Забайкалья. Посетили научно-производственное объединение имени Лавочки в городе Химки. В силу особого статуса предприятия российской ракетно-космической промышленности знакомство ограничилось посещением музея. Но этого гостям из Забайкалья было достаточно, чтобы чуть-чуть стать ближе к космосу. Научно-производственное объединение имени Лавочкина было организовано на бывшей мебельной фабрике, которая производила продукцию для больших советских начальников. С 1937 года вместо шкафов и кресел здесь стали строить самолеты, а позже и космические аппараты. Забайкальцы увидели макеты прославленных боевых истребителей «Ла» и послевоенных реактивных самолетов выдающегося советского авиационного конструктора Семена Алексеевича Лавочкина. Но еще больший интерес вызывают космические первопроходцы. Это подлинные аппараты-дублеры. Первый искусственный спутник Луны – «Луна-10», автоматическая межпланетная станция «Луна-13» и, конечно, легендарный луноход. А этот аппарат впервые доставил на Землю лунный грунт. Подобных экспонатов нет ни в одном музее мира. Меня больше всего поражает, вот пытаемся мы донести то, что невзирая на достаточно сложную, да, обстановку, и невзирая на то, что сложности были, есть и будут, отношение высококвалифицированных наших специалистов к своему делу. Потому что мало иметь высокую квалификацию, нужно еще в эти все аппараты душу вложить для того, чтобы они могли успешно выполнять свою задачу. Без людей все это останется железом, да? Оно будет вот так вот и летать, как железо. Исключительную возможность побывать в музее забайкальцам предоставил Петр Грешилов, уроженец Хиловского района, который входит в правление Забайкальского землячества. Благодарность за гостеприимство коллективу НПО имени Лавочкина фолк-театр Забайкалья представили свои лучшие номера на площадке закрытого предприятия. Приятным сюрпризом стала встреча с нашими знаменитыми земляками. Я ваш коллектив первый раз вижу, понравилось безумно. Вы знаете, хотелось бы, чтобы вот то, что вы несете, вот ваш талант, ваше искусство, ваша честность, ваша вера, ваш патриотизм, ваша любовь к отчизне, вот она всем передавалась. Я думаю, что впечатление уже достойно лица. Первый раз, когда увидел, слышал ребят на Читинском телефестивале, и с тех пор хочется сказать вам спасибо. И действительно, это классное наслаждение для души, сердца, для глаза, для слуха, для всего. И когда слышу эти песни, хочется думать о том, что русское искусство живое, оно поднимает и дальше нас на какие-то благие дела. Так завершились летние гастроли легендарного фолк-театра Забайкалья, о которых мы расскажем в наших специальных репортажах. Екатерина Станиславская, Сергей Рычков. Время новостей.